Итак, на прошлой нашей лекции мы рассматривали различные взгляды на природу человека. Мы с вами рассмотрели философский материализм. Согласно этому взгляду, ум человека материален. И затем мы с вами пришли к выводу, что если так понимать устройство природы человека, то человек состоит из одной сущности, и это одна сущность физическая. И этот взгляд, как мы сказали, ведет к разным проблемам с пониманием разных христианских доктрин, скажем, с бессмертностью души. Этот взгляд несовместим с верой в иудеи-христианского Бога, потому что Бог есть Дух. Что ж, затем мы рассмотрели другой взгляд, реляционный, холистический взгляд на природу человека. Мы рассмотрели труды разных авторов. Мы говорили о Джордже Элдоне Леде, Роберте Бримзи, а также упомянули имя Биркауэра и его книгу «Человек. Подобие Бога». Мы с вами сказали о том, что все эти авторы пишут о том, что они не считают, что Писание ставит цель объяснить онтологическое устройство природы человека. Писание — это не трактат, на основании которого можно судить о различных составляющих в природе человека. Поэтому любые попытки определить, состоит ли человек из двух частей, как утверждают дихотомисты, или из трех частей, как утверждают трихотомисты, вот эти любые попытки уводят в сторону от того, чему на самом деле учит Писание. Писание не ставит цель рассказать о составляющих природы человека. Оно преподносит человека способным строить взаимоотношения. И мы должны читать Писание, чтобы понять, какие отношения у человека должны быть с Богом, с другими людьми и сотворенным миром. И сторонники этого взгляда утверждают, что это все, о чем говорит Писание, ничего к этому не добавляя. Что ж, на прошлой нашей лекции, после того, как мы рассмотрели этот взгляд, я поделился с вами некоторыми мыслями, которые отражают мое беспокойство по поводу этого взгляда. И на этом мы с вами закончили. И мы с вами указали на то, что если действительно этот взгляд верен, взгляд, который привел некоторых к заключению о том, что нет бессмертной души, что все, о чем можно говорить, это о воскресении тела. Так вот, если этот взгляд верен, то его очень сложно согласовать с некоторыми текстами Писаний, которые показывают, что неверующие после смерти испытывают муки, будучи наказываемы за свое неверие, хотя мы знаем, что тела их остались лежать в могиле. И поэтому та часть их существа, которая испытывает боль, должна отличаться от физического тела. И мы также с вами отметили, что в какой-то момент тела их будут воскрешены и объединены с тем, что осталось от человека и что испытывает боль. И в Писании мы читаем о том, что они предстанут у Великого Белого Престола, будут осуждены и брошены в озеро Огненное. Вот все это очень сложно объяснить, если не верить в то, что Библия на самом деле учит о том, что человек состоит из неких отдельных частей, отдельных составляющих, которые можно отделить друг от друга и говорить о каждой составляющей по отдельности. И нечто подобное мы читаем и о тех, кто верует в Бога. Павел говорит о том, что человек может быть отделен от своего тела и при этом присутствовать у Господа. И очевидно, что Павел здесь говорит о духовных вещах, но это не означает, что его слова не имеют никакого онтологического значения, потому что напрашивается вопрос, а что это такое, что существует отдельно от тела человека? И если нет души, материальной или нематериальной, то когда человек умирает физически, его тело оказывается в могиле, и получается, что ничего не остается, что могло бы существовать вне тела.
И мы с вами понимаем, что тело физическое после смерти не может пребывать у Господа. И получается, что вот тексты, о которых мы сейчас говорим, в действительности предполагают, что в человеке есть две составляющих — материальная составляющая и нематериальная составляющая. Так устроена природа человека. И в момент физической смерти нематериальная составляющая отделяется от физического тела, от материальной составляющей, и оказывается в присутствии у Господа. Писание также учит о том, что тела верующих будут воскрешены. И это произойдет в момент восхищения Церкви. И речь идет о тех, кто умрет прежде, чем Христос придет за Своей Церковью. И неважно, какой точки зрения о восхищении вы придерживаетесь, до Великой Скорби, во время или после, все христиане верят в то, что умершие верующие, умершие члены Церкви будут воскрешены. Но вот до этого момента, до воскрешения тела, остается нематериальная составляющая, которая присутствует у Господа и ждет объединения с воскресшим телом, которое произойдет при восхищении Церкви. Что ж, я приведу еще примеры, чтобы подтвердить мысль о том, что, быть может, все эти тексты и не ставят перед собой цели показать онтологическое устройство природы человека. Но это совсем не означает, что нет никакой возможности прийти хоть к каким-то заключениям относительно того, о чем говорит Писание. И сейчас я попросил бы вас обратить внимание на 10 главу Евангелия от Матфея, на 28 стих. Здесь, как и во многих других случаях, Иисус ведет беседу со Своими учениками, а также Он обращается к тем, кто проявляет маловерие, и Он конкретно здесь говорит о цене ученичества, о цене следования за Ним. Итак, Иисус обращается к Своим последователям, и давайте прочитаем с 26 стиха. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». И вот обратите внимание на 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Я могу вас заверить в том, что основная цель этого текста Писания не в том, чтобы дать перечень онтологических составляющих природы человека. Здесь Иисус говорит об ученичестве, и Он говорит о том, что будут мучения и гонения за веру, что те, кто примут сторону Христа, будут подвергнуты гонениям, и какие-то гонения могут быть далеко неприятными. Иисус здесь говорит о том, что Он знает, что в будущем найдутся люди, которые будут настолько негативно настроены по отношению к Его ученикам, по отношению к благой вести, что они будут пытаться убить учеников. И вот здесь, в 28 стихе, Иисус произносит те слова, которые призваны ободрить учеников, дать им понять, что, да, будут те, которые будут пытаться забрать у вас жизнь, причинить вам боль, заставить вас страдать. Но не этих людей надо бояться. Бояться надо не тех,
кто может подвергнуть вас физическим страданиям, кто может лишить вас физического комфорта. Вместо этого они должны бояться того, если они вообще должны бояться, кто может действительно погубить их, отправив навечно в ад. Другими словами, Иисус говорит, «Ну, конечно, будут трудности, будут гонения в земной жизни, и у вас даже может появиться мысль, что если вот это все требуется для того, чтобы быть христианином, то уж нет, спасибо». И вот Иисус говорит, «Если у вас появляется такая мысль, что вы уже готовы сдаться, помните о том, что это еще не конец, потому что наступит день, когда каждый из нас умрет, и каждый из нас даст отчет. Причем не тем, кто угрожает расправиться с христианами физически, но даст отчет самому Богу, в руках которого вся власть. И если чего-то и надо бояться христианину, то вот кого надо бояться, особенно если вы не уверены по поводу того, сможете ли вы дать отчет о своем уповании. И я здесь намеренно подчеркиваю ту идею, которую хотел донести Иисус Христос своим ученикам, чтобы вы поняли, что Иисус Христос имел в виду. И я намеренно не упомянул о том, какое онтологическое значение могут иметь его слова, о каком устройстве природы человека здесь можно говорить. И почему же я так поступил? Я поступил так, потому что я считаю, что прежде всего мы должны ясно понимать, что основная цель этого текста не показать онтологическое или научное устройство природы человека, его основных частей. В действительности здесь говорится о цене ученичества, что будут страдания. И уж если говорить о страданиях, то лучше пострадать от тех, кто может причинить вред физическому телу, но не могут причинить вред душе человека, не могут погубить человека. И опять же, я говорю об этом, не указывая на онтологическое значение этих стихов. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но вот если вернуться к реляционному взгляду, то вот сторонники этого взгляда скажут все то, что я только что сказал по поводу толкования этого текста Писания. И при этом они добавят, что это единственное, о чем можно говорить на основании этого текста Писания, что в этом тексте не говорится ни о каком онтологическом или аналитическом устройстве природы человека. Что ж, я согласен с тем, что то, что я только что сказал, отражает основную идею слов Иисуса Христа. Но вот причина, почему мы с вами прочитали этот текст Священного Писания, в том, что сказанное Иисусом Христом имеет и другое богословское значение. Ведь Он мог сказать об этом совсем иначе, сказать таким образом, чтобы Его слова не имели никакого онтологического значения, никоим образом не намекали на устройство человека. Но Иисус Христос так не говорит. Вместо этого Иисус Христос решает сказать это таким образом, что да, ему удается донести основную мысль, то, что он хотел сказать своим ученикам, кого им следует бояться, если им вообще стоит кого-то бояться. Но он говорит это таким образом, что подразумевает разделение человеческой природы на определенные составляющие. Иисус говорит, «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». И вот если в словах Иисуса Христа нет никакого намека на онтологическое устройство человека,
Если его слова говорят лишь о взаимоотношениях, на которые способен человек, то тогда слова, сказанные Иисусом Христом, становятся просто непонятными. И для того, чтобы эти слова мы могли понять, используя те термины, которые включил сюда Иисус Христос, мы должны признать, что когда Иисус Христос говорит о цене ученичества и говорит о том, кого следует бояться, Он говорит о различных частях человеческого существа, человеческой природы. И есть те, кто может умертвить только одну составляющую человеческой природы. И, конечно, неудивительно, что кто-то боится таких людей. Но, тем не менее, не этих людей следует бояться христианам. Вместо этого христиане должны бояться того, кто может погубить не только тело, но и душу человека. Потому что в этом случае погубленным будет весь человек. И вот такие страдания длятся вечно. И представляется сложным истолковать текст, подобный этому, не делая при этом какие-либо онтологические выводы о природе человека. И один из таких выводов состоит в том, что можно отделить душу человека с одной стороны от его тела, и умертвление одной составляющей не ведет к умертвлению второй. И бояться на самом деле нужно того, кто может умертвить не только физическую составляющую, но кто может судить и подвергнуть страданиям все, что есть в человеке. И, как я уже сказал, Иисус мог донести свою мысль, не упоминая о душе и теле человека. Но вместо этого Он очень конкретно говорит, что у человека есть тело и душа, и тело может быть умерщвлено, и может быть погублена душа. И мы должны понимать, что, говоря таким образом, Иисус Христос позволяет нам предположить или получить определенное представление о природе человека, что у человека есть материальная составляющая, а также есть нематериальная составляющая. И когда дело доходит до суда Божьего, то не только физическая, материальная составляющая предстает на суд, но весь человек может испытывать на себе страдания, будучи наказываем Богом. Поэтому, если ему и стоит кого-то бояться, то он должен бояться Бога, у которого вся власть, и который может подвергнуть страданиям всего человека. И опять же, как я уже говорил, главная цель, которую преследует Иисус, говоря эти слова, не в том, чтобы дать научное объяснение природы человека, показать, из чего она состоит. Но вот библейские тексты, подобные этому, позволяют сделать вывод, что мы можем говорить о неком онтологическом устройстве человека на основании Писания. Конечно, Писание не раскрывает устройство человека во всех подробностях. Но, тем не менее, я считаю, что если мы внимательно рассмотрим библейские тексты, и мы признаем, что библейский текст может быть истолкован буквально, когда речь идет о физических органах тела человека или нематериальных сущностях, и также библейский текст может быть истолкован аллегорически, и также текст Писания может лишь что-то подразумевать, раскрывать лишь часть какой-то истины, позволяя вам смоделировать то целое, часть которого раскрывается в Писании. Все это позволяет нам раскрыть то, что же говорит на самом деле Писание. И мы приходим к выводу, что Писание учит о наличии материальной и нематериальной составляющей в человеке. И вот те тексты, которые мы уже упомянули,
которые говорят о вечном наказании нечестивых до воскресения. Те тексты говорят о том, что верующие пребывают вне тела с Господом. Вот все эти тексты предполагают, что существование человека вне тела возможно. И тем не менее, это не конечное состояние человека, потому что тело каждого человека будет воскрешено. И вот если бы онтологическое устройство природы человека было полностью сокрыто, и Писание ничего бы не говорило на этот счет, то все эти тексты казались бы нам крайне сложными для понимания, чуждыми, но тем не менее это Писание. И эти тексты становятся гораздо понятнее, если мы предварительно сделаем определенные онтологические выводы для себя, выходящие за рамки представления о человеке, как только лишь способного строить взаимоотношения с Богом, с другими людьми и сотворенным миром. Поэтому представление реляционного холизма в чем-то полезно, в чем-то правильно, но тем не менее в чем-то и ошибочно. И полезное это представление в том, что Писание действительно преподносит человека способным строить взаимоотношения. Писание действительно учит о том, насколько важно человеку иметь правильные взаимоотношения с Богом, а также с другими людьми, как с верующими, так и с неверующими. И также для человека очень важно иметь надлежащие взаимоотношения с окружающим миром. Все эти утверждения правильны. И действительно, часто было так, что богословы брали какой-то текст Писания и истолковывали его таким образом, что он раскрывает только лишь онтологическую истину, когда на самом деле в этих текстах подчеркивалась лишь способность человека строить взаимоотношения с другими людьми. Но это не означает, что правильные выводы на основании этих текстов Писания вообще ничего не говорят об онтологии. Важно при этом помнить, что Писание действительно учит о взаимоотношениях. Но я пытаюсь донести мысль о том, что эти тексты Писания все-таки говорят что-то, что касается онтологического устройства природы человека. Да, вопрос. Говорите ли вы о том, что пребывание в теле — это необходимое условие, чтобы быть человеком? Ведь мы должны ответить «нет», как дуалисты, которые верят в существование вне тела. Так? Да. Я полагаю, что если мы говорим о том, что пребывание в теле — это необходимое условие для существования человека, то тогда, когда речь заходит о существовании человека вне тела, пусть на ограниченное время, там, тысячу лет, вот все это не согласовывается с представлением о том, что человек является человеком только лишь, когда находится в теле. Вернее, если его нематериальная сущность пребывает в его материальном теле. Я думаю, вопрос, который вы задаете, вполне уместен. Но вот посмотрите на те библейские тексты, о которых мы с вами поговорили. Как быть с тем, что написано в Писании? Что ж, хороший вопрос. Пожалуйста, у кого еще есть вопросы, прежде чем мы перейдем к трихотомии? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.